Рамп. Большое спасибо за донат. Блять, ну почему Артемий Л не успел на тот видос? Ну блин. Спасибо большое, Артемий Л, за донат. Каждый день в университетах мне говорили не использовать кал и избегать коричневых полутонов в заказах. Но вот когда я навалил директору под дверь, ему вроде даже зашло. Как бы он даже зашел в это во все. Спасибо большое, Артемий Л. Жалко, не удалось дождаться твоего доната. Там как раз был про дизайн видос. Было интересно все-таки, как бы, с какими проблемами сталкиваются дизайнеры, с какими трудными заказчиками, да? То есть, хотелось услышать ответ мастера на эту тему. Так, Bleach. Группа называется Bleach. Видимо, трибут Нирвана. Но они уже по-другому как-то звучат. Сейчас в наушниках послушаю. Он пропускает много слов. Снято прикольно по музыке. Спорно, еще и тиховато довольно. Что-то с бочкой очень странное творится. Это криво как будто. Там разве такая партия была? Ну, блин, я не знаю. Тут мне, честно, немножко тоже лениво это... Хотя, наверное, слушай, все-таки донат-то был нормальный. Ради прикола сравним с оригиналом, то есть понятно, здесь там как лайв, как еще что-то, но как они называются? Nirvana Creep. Negative Creep. Так. Ну, другой звук бочки даже и так далее, да? Например. Тум-туратум, тут там. Здесь бочка очень глухая, наоборот. Ну, видите, он как-то как будто кривит. А здесь. Типа тум-туратум, тут там, тру-туратум, тут та. Что-то вот такое примерно здесь происходит. Там, что-то вот такое, блин. Здесь какая-то кривобочная хуйня какая-то. Ну, то есть, в общем, микс глухой, а здесь он очень более верхастый, когда разборчивый такой. Тоже другая манера вокала, то есть
Ну, не знаю, инструментал, мне кажется, все-таки не так сложно в точности изобразить, как вокал. Здесь как-то не так, не сяк. Ну, то есть, ну, так сносно, но самое лучшее, что здесь сделано, это то, как снято видео, и все. Все остальное среднее так, средненько.